Привет, друзья! Хочу порекомендовать вам интересный канал «Увлекательное и невероятное». Здесь вы увидите невероятные истории про призраков, НЛО и интересные факты. Заходи, оценивай и подписывайся. Ссылочка в описании и у вас на экране. А сегодня я покажу вам несколько жутких видеозаписей, которые могут вас шокировать. Ловите 14-ю часть «Загадочных существ». Итак, поехали! Хорватия. Двое подростков испытывают камеру, которую недавно приобрели. Во время съемки они заметили силуэт человека, на которого подумали, что он просто справляет нужду. Они даже что-то прокричали ему. После этого парни стали снимать дальше и дурачиться. Но позже этот загадочный полусогнутый человек с пакетом на голове начал приближаться. Подростки посмеялись над ним, думая, что он пьян или не в себе. Подошли к нему поближе. И вдруг загадочный человек начал их преследовать. Считается, что эти подростки пропали без вести, а сама лента была обнаружена полицией Хорватии. Однако никто про них ничего не знал, и эти ребята до сих пор не найдены. Видео, в котором нет загадочных существ или призраков, но тем не менее, оно от этого не становится менее жутким. На нем мы видим силуэт человека в черном плаще и капюшоне, который стоит возле дома и смотрит в окно, практически не двигаясь. Все бы ничего, но это продолжается уже более получаса. Согласитесь, что зрелище довольно пугающее. Хозяину дома пришлось позвонить в полицию. На видео он как раз общается с ней. Yeah, and he's just, he's been there for like 30 minutes. Yeah, so if you head down alley right off, you should be able to run right into him. And he's basically right in the middle of the road. Yeah. Okay. Двигаемся дальше. Съемка с камеры видеонаблюдения. На ней мы видим, как парень выходит из здания поговорить по телефону. Возможно, это охранник, так как дело происходит ночью. Вслед за ним вышел другой человек с чашечкой кофе. Прошло совсем немного времени, как вдруг случается это. Кто-то или что-то напало на беднягу и утащило его. Напарник вскоре выходит посмотреть, но увидев что-то, кидается бежать обратно. После чего в открытую дверь прилетает тело, а из здания выходит загадочный человек в плаще. Все это немного смахивает на фейк, но видео действительно интересное. Это видео снял Аарон Гейбл в 1977 году в Мичиганском лесу.
Вышло так, что это последнее, что он увидел в своей жизни. Вначале мы видим, как он снимает своих друзей. Один из них катается на снегоходе, другой рубит дрова. Потом они едут куда-то на машине, а Аарон продолжает снимать. Как вдруг в лесу они замечают непонятное существо. Остановившись, Гейбл вышел из машины, чтобы снять его поближе. Тогда-то существо и набросилось на него и разорвало на куски. Это видео было снято 12 февраля 2016 года в Турции. На нем мы видим, какое-то маленькое существо прогуливается ночью по дороге. При этом движения существа очень необычные. Затем оно вообще плавно взлетает и через некоторое время также плавно приземляется. Ролик имеет низкое качество по причине того, что снят на мобильный телефон с монитора охраны. Что это за существо, осталось загадкой. И последнее видео, в котором нескольким парням удалось запечатлеть непонятное существо глубоко в лесу. Yeah. You see that over there? What is that? So if we put the tent right here, we might have to just clear out some additional room. It shouldn't be much work. Let's just get Yeah. You see that over there? What is that? На этом все. Это была 14-я часть загадочных существ, снятых на видео. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик и вы поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, потому что я и дальше буду продолжать эту тему. Не забывайте также про группу ВКонтакте. Там я не только выкладываю свои ролики, но мой редактор также делает много интересных и познавательных постов. Желаю вам хорошего настроения и удачи. До новых встреч, друзья. Пока!